в этом натюрморте, который называется «На грани недосказанности», размером 80 на 80, вы научитесь композиционным ходам, которые необычным образом соединяют множество предметов между собой и делают эти предметы неотъемлемой частью друг друга. Также вы научитесь делать очень серьезный авторский подмалевок, который содержит в себе и пейзаж, и деревья, уходящие вдаль, облака, и даже вход на натюрмортную территорию. Ну, также вы научитесь многоярусному натюрморту, который состоит из трех этажей и соединен друг с другом и по вертикали, и по горизонтали.